Глава администрации города Вячеслав Гладков проверил готовность специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва к новому учебному году. Одно из старейших учреждений спорта города особых у мэра нареканий не вызвало. Могу сказать, что главную проблему здесь вот за прошлым году решили. Это кровля, положили мембрану и очень хорошо себя показал. Поэтому вот в этом году мы кладем такое же покрытие на дворце спорта, на бассейне. Здесь учреждение к новому учебному году готово. Несмотря на достаточно хорошее состояние здания, отдельные помещения требуют дополнительного вложения средств. Безусловно, очень хочется здесь некоторые виды работ провести. Проблема старая, замена старого покрытия в баскетбольном зале. Оно уже настолько старое, что в некоторых местах даже мяч баскетбольный не отскакивает. Спортивные секции пользуются популярностью у зареченцев. Но городские спортобъекты готовы принять еще большее число сторонников здорового образа жизни. Надеюсь, что детей в этом году будет больше даже, чем занимающихся в этих учреждениях, даже будет больше, чем в прошлом. И пользуясь этой возможностью, приглашаю всех зареченских детей, всех взрослых приходить в учреждение спорта, заниматься своим здоровьем, заниматься физкультурой, спортом. Для этого созданы у нас все условия. В преддверии нового учебного года будут проинспектированы все спортивные учреждения города. Проверки планируется завершить до 1 сентября. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».